Мы сейчас находимся в Доме офицеров, и сегодня здесь будет 2 января 2021 года. О, 22-го! 21-го. Презентовать свою новую книгу «Лесь по-деревянски». Прекрасно. Чуть-чуть центрее получается. Не, мы на центре сцены стоим. Нет, разве? Вот, вот теперь, вот так, да, почти. Да, вот теперь центр. Так. Не почти, а центр. Таня, вот. А вы видите нас? Глубже можно. Да, вот так. Чуть-чуть глубже. А ну, ребятки, посмотрите по камере. Вот так нормально? За кулисами здесь очень интересно. Посмотрите, всякие висят сапоги старые. Тут же очень много спектаклей проходит. На ангажемент приглашают актеров. Кстати, последний раз я здесь была на спектакле. Тома и Оценка участвовала. Вот. И вполне возможно, что вот это реквизит к каким-то спектаклям. Ну, такая интересная атмосфера. Вот она, святая святых артистов. Вот видите, какая гримерчика. Что значит старый дом офицеров? Так, вот такие столики. Тут у нас красивая девочка Эмилия, да? Правильно сказала? Эмили, прости, солнышко. Ишь, память у меня подводит. А тут наши замечательные Олежка Примаген. Ванюшка. Слушай, а фамилия твоя-то как? Завгородний. Прости, Завгородний, красавчик. Подружка моя, большая, дорогая, я малая и худая, но дожу её. Вот так замечательные артисты готовились к выходу на сцену. Олежка, сначала. А на столе стоит стакан. А в стакане таракан, а я его за усики, а он меня за трусики. Так, ну что, вот у меня такой образ уборщицы. Сейчас будем искать тряпку, может веник, может швабру, не знаю. Что найду, то буду использовать. Вот и настал наш звездный час. И, конечно же, фото на память с гением, с Лесем Поддеревянским, с любимцем публики. И я уверена, впереди нас ждет много новых творений Леся Поддеревянского, которые мы, актеры, сможем реализовать на сцене, как когда-то пьесы «Павлик Морозов», «Сны Василисы Егоровны», «СМС-опера «Звери», «Купатись, чины, купатись».